Приветствую вас. Мой ответ, наверное, будет чем-то созвучен последнему ответившему, потому что по смыслу мне ответ ближе второго эксперта. Итак, ситуация насчет. Мама поссорилась, ваша мама поссорилась с своими родными из-за наследства, и, значит, с ними не общалась никак, значит, ну, потому что ей там было неприятно, ей было там как-то противно, в общем, не общалась она. Но зато общались вы раз в год, обсуждали какие-то совершенно нейтральные вещи, нейтральные темы, да, и, собственно, все у вас было хорошо. Потом вы выходите замуж, и уже год, давайте я даже уточню, уже год с небольшим, да, вы не берете трубку, когда ваш дядя звонит. Потому что, как вы говорите, значит, не могу решить, как поступить. Ну и, собственно, главный вопрос, который я хочу вам задать, это следующее. Как ваше замужество связано с тем, что вы перестали общаться с дядей? Я не хотел бы ни в коем случае в чем-либо вас обвинять, вот, там, потому что, ну, это было бы неэтично с точки зрения профессиональной этики, вот, но выглядит это так, что дядя ваш, по сути дела, был вам нужен до тех пор, пока вы не вышли замуж. Вот только замуж вы вышли, все. Дядя вам не нужен. Вот, собственно, в вашем эмоциональном фоне по отношению к дяде и по позиционированию себя вот в отношениях между дядей и мамой произошли изменения. И пока что, честно скажу вам, какие изменения произошли, не очень понятно. Что изменения есть, это факт. Но какие изменения? Почему они произошли, как они стали возможны и почему раньше их не было? Вопросы, которые, к сожалению, остаются без ответа. Ну, по крайней мере, вот в контексте вашего вопроса, в контексте того, как вот вы ставите вопрос сам. Вот. То есть ситуация заключается именно вот так. Так она выглядит, по крайней мере, эта ситуация. И вы говорите, как мне поступить? Вы спрашиваете нас, как вам поступить? Я понимаю, что вопрос действительно интересный и животрепещущий. Как вам поступить? И
постараюсь ответить на него. Я хотел бы, чтобы вы поступали так, как сами того хотите. То есть, что это значит? Это не абстрактная фраза. Это фраза, которая напрямую восходит к тем вашим ценностям, к тем вашим ценностям, которые у вас есть. Давайте немножечко попробуем пояснить, что это значит. Если вы считаете, что ребенок своей мамы, вы его родитель, должен поддерживать конфликт своего родителя, то есть, по сути дела, ну, продолжать, да, продолжать этот конфликт. Если вы так считаете, то, соответственно, вам нужно, конечно же, с ним не общаться. Если вы полагаете, как вы вот пишете, что вам же дядя плохого ничего не сделал, именно вам, ну, так, соответственно, почему вы должны с ним не общаться? Кроме того, вы с ним общались, 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 потом перестали. Дядя-то ведь не знает о том, что вы изменили к нему свое отношение. Дядя-то ведь не в курсе, а получается, что вы поступаете к нему еще и некрасиво. Здесь, с точки зрения вот психологии, есть несколько важных моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Момент первый и главный. То, что поменялось у вас, вот почему вы перестали общаться с дядей. Либо вы как-то стали ближе к матери, то есть духовно сблизились с ней, то есть, может быть, это вы поняли ее, прониклись тем, что она думала ее ценностями и так далее, вам стало тяжелее морально общаться с дядей, потому что вы пишете, что не хотелось бы делать что-то за спиной у мамы, но вы ведь, по сути дела, делали уже за спиной у мамы то, что общались с дядей. И тот факт, что вы уже общались с дядей за спиной у мамы, говорит как бы о том, что да, это может быть плохо, но вы это делали, но что у вас какие-то мотивы для этого были. А что случилось потом? Вот это вот ключевой момент. Что случилось потом? Вы постараетесь для себя на этот вопрос ответить. Постарайтесь ответить себе на этот вопрос. На самом деле, он, этот вопрос, он очень важен. Потому что ну, напрямую зависит, потому что ответ напрямую зависит от того, что сейчас в вашей жизни произошло. Понимаете, надеюсь, о чем идет речь, о чем я веду речь сейчас. И, соответственно, эти самые изменения, они ведь в вашей жизни есть.
эти изменения, они волей-неволей. Волей-неволей эти изменения заставят вас таки подумать, а что же ценно для меня? Чего же я хотела бы все-таки? Да? Вот это вот то, что я хотел сказать в контексте мам. Далее. Может быть, вы стали бояться в большей степени дядю своего. Почему стали бояться своего дядю? Вопрос, конечно, отдельный. Вопрос, конечно, такой серьезный, но тем не менее, какой-то у вас появился страх перед дядей, что вот он может вам сделать нехорошее, причинить вам боль, да, какую-то. Ну вот, и давайте попробуем подумать. А что это за страх? Бах? Почему вы изменили свое отношение к дяде? К своему дяде? Почему вы поменяли к нему свое отношение? Может быть, вы что-то поняли для себя? Может быть, вы что-то увидели для себя того, чего раньше не видели. Это ведь тоже может быть правильно. Вот в этом ключе, в таком ключе, вам нужно смотреть. И вот в зависимости от того, что вам будет ближе, в зависимости от того, что вам будет ценнее, да? Я имею в виду, если говорить именно конкретно про эту ситуацию, про ситуацию, связанную именно с тем, что вы вдруг внезапно перестали хотеть, да, значит взаимодействовать с дядей. Ведь это же не просто так произошло, правильно? Ведь произошло по какой-то причине, ведь, правильно? Это ведь не случилось само собой, верно? Вот, собственно, то, что я хотел вам сказать. Именно непосредственно по вашей ситуации. Вот, исходя из этого всего анализа, вы уже и сможете для себя определить, стоит вам менять свою позицию по отношению к дяде или нет. Если вы поняли, что дядя стоит какого-то подвоха, или что он поступил плохо, ну, это значит, что ваши ценности просто-напросто стали другими, видоизменились, и, может быть, вы теперь острее понимаете, что именно ваш дядя сделал вашей маме, и вас это, естественно, раздражает, вас это, естественно, обижает, и вы не можете с ним общаться. Неприятно, тяжело, но, да, понятно, если против воли с человеком общаться, будет еще хуже. Если же все-таки какая-то другая причина, то лучше вам будет
проанализировав ее, эту причину, понять для себя, ну, наличие бесперспективности подобной позиции. Это все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.